Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о периодах жизни. Сегодня я хотел бы начать говорить о периоде успеха. Не том периоде, когда мы уже достигли успеха, а о том, когда мы с вами все еще на пути. Или мы стремимся к успеху. Весь этот период озаглавлен таким образом только потому, что в это время все нацелено именно на успех, на достижение успеха. И я хотел бы в последующих программах поговорить о том, чем он особенным, то есть чем выделяется этот период. Это период с 26 до 42-43 лет. Это время, когда мы движемся к успеху, это время, когда мы семимильными шагами к нему идем. Я бы поделил этот период на две, наверное, равнозначные половины, и чтобы не мудрствовать, лукаво назовем, первая половина и вторая половина. Об особенностях этих двух частей периода успеха мы поговорим, вернее, начнем говорить в следующей капле.